Новая Battlefield, Frostpunk на мобилках и обновление для Cyberpunk 2077. Всем привет, с вами Рутни и это игровые Блиц-новости. Frostpunk вышла на смартфоны. Официальная игруля доступна пока в США, Великобритании и на Филиппинах. Но кому не терпится поиграть, файлик с игрой оставил у себя в телеге. Sony показала игрульки в феврале для подписчиков PS Plus. Привлекательно выглядит лишь Steel Racing. Доступ к игрулькам откроется 6 февраля. Новость для всех любителей Battlefield. Глава Electronic Arts заявил, что новая часть Battlefield выйдет не раньше 25 года. Весь 24 год они посвятят развитию Battlefield 2042. Плюс студии разработчиков постараются расширить вселенную игры. О расширении вселенной якобы давно просят фанаты. Лично я об этом впервые слышу, но ладно. Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.11. Разработчики исправили кучу багов, но помимо этого разработчики добавили новую функцию. Теперь у некоторых тачек можно менять цвет покраса. Это первый элемент в механике кастомизации авто. Вдобавок у большинства машин был изменен дрифт. Ссылочку на полный список изменений оставил у себя в телеге. А в конце хочу поделиться с вами радостным событием. У меня с моей женой сегодня годовщина свадьбы, 10 лет. А в общей сложности мы с ней встречаемся уже 17 лет. Танюш, я тебя очень люблю. Муа.